Сахал совместно с Шабаком ликвидировал комбата северного округа Хамаса, который нес ответственность за многочисленные теракты на территории Израиля, совершенные в последние 20 лет. Помимо этого, армия обороны атаковала группу боевиков в ответ на противотанковые обстрелы. Позиция располагалась в Южном Ливане, вблизи границы. Одновременно ВВС нанесли удар по Сирии после ракетных запусков по югу голландских высот. В то же время отряды специального назначения продолжают выполнять масштабные рейды в Иудее и Самарии. Сегодня ночью в Дженине была применена беспилотная авиация. В Германии предотвратили теракт сторонника Исламского государства против участников манифестации в поддержку Израиля. Спецназ немецких служб безопасности, получивший информацию от иностранной разведки, задержал в жилом доме 29-летнего мужчину, который хотел въехать на грузовике в толпу людей на произраильской демонстрации, задавив как можно больше человек. Полиция проверяет, не было ли у него сообщников. Отмечается, что в 2017 году террорист уже был осужден в Германии на 5 лет тюрьмы за связи с ИГИЛом. Посол Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил генсека организации Антонио Гутерреша в оправдании терроризма, после того, как тот заявил, что нападение Хамаса на Израиль произошло не в вакууме, а палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации. По мнению Эрдана, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с Организацией Объединенных Наций и ее представителями, а Гутерреш должен уйти в отставку.